Здравствуйте, уважаемые друзья. С вами юрист по миграционным делам. Ассаламу алейкум, Аннага, Хадир, Адиз, Юрдошлар. Сегодня важна такая информация. Конечно, всегда про патент опять. Снова патент, патент и патент. Устал, конечно, одно и то же говорить. Люди всякие, люди обращаются, задают вопросы, что заставляет их платить. Где-то просят, где-то по базам смотрят. Уважаемые друзья, есть указ президента, есть федеральный закон, да, который имеет... Что указ, что федеральный закон. Одну юридическую силу. Везде, на всей территории Российской Федерации, на всех субъектов Российской Федерации имеет одинаковую юридическую силу. Не так, чтобы указ, либо федеральный закон, либо что-нибудь конституция, какие-то правовые нормы. В одном субъекте так, в другом субъекте так. Нет, это не так. Если получается, грубо говоря, в Алтайском крае за патент не платят, у них патент остается действительно, а в Москве не платят и аннулируются. Это не так. Второе, обращается, что они по базе смотрят. Я не знаю, где вы, по какой базе смотрите. Что вот я проверила по базе, мне говорят, что патент просрочен. Во-первых, есть федеральная база ГУ МВД России по Алтайскому краю, где говорится, либо патент аннулирован, либо патент, данный патент найден в базе ФМС. УВМ, то есть. Там не говорится, что патент просрочен, патент недействителен, там нет никакого сервиса, никакого сайта нету там. Не верьте, это все. Говорят, третье. Вот нам вчера вопрос задали, говорит, что вот нам сказали в отдел кадров, что нужно платить патент. Отдел кадров у вас что, выносит что, решения какие-то, указы, приказы какие-то, федеральные законы пишут, что ли? Это обычные граждане, которые... Гражданка вчера вот написала, Сахарова в Москве, если это в Москву касается... Лично я, говорит, ездила в Москву, в Сахарово, и мне сказали не платить до 15 июня. Есть же указ, уважаемые друзья. По обращению граждан я четырежды обратился в Москву, и мне ответили одно и то же письмо. Что в соответствии с пунктом такой, федерального закона такой, от 18 такого, в связи с коронавирусом, с 15 марта по 15 июня, включительно патент, срок действия остается при этом действительный. То есть, в связи с этой пристановкой, срок действия патента, он считается действительно в указанный период. То есть, если у кого патент, срок действия истекает в период с 15 марта по 15 июня, да, то есть, в апреле истекает, вам нужно платить, вы не заплатили, до 15 июня в этот период у вас патент остается действительным. Это вот получается ответ от УВМ города Москвы. Лично мне официально они отвечали. Буду сегодня вам говорить... Взято из практики, пожалуй, я вам, это как бы громко не звучало, Алтайский край, город Барнаул. Самое вам не только отношение граждан, да, касается это, также это сотрудник, как они служебно обязан свое выполняют, да, то есть законопослушные все. То есть в крае было именно вчера в городе Барнауле 5 граждан продлили патент, то есть 12 мая заканчивается, да, им продлили до 12 июля. Самый такой важный момент, кто оплачивает, продолжает оплачивать в период с 15 марта по 15 июня, этот срок, получается, добавляется к 16 июня. То есть вы заплатили за месяц в течение этого срока. Если у вас срок действия, вы платите каждое 15 число, то есть 20 число, да, у вас, если вы в апреле заплатите, у вас будет не до 20 мая срок действия патента, а до 20 июня будет. Запомните это. То есть, вы поняли, да, если вы оплачиваете в этот срок за патент, у вас деньги, ваши деньги не сгораются. Я вам говорю, это взято из практики. Алтайский край, город Барнаул. Я не знаю, что вам говорят в Москве, в Питере, Новосибирске, в Оренбурге. В миграции, вот вчера лично сам заходил, с начальницей также консультировались. Они, кстати, очень грамотные, стажем работают, много лет работают. И они не просят, и тут не говорят, вы плати, ты не плати. До 15 июня имеете право не платить за патент. Также выступал президент Федерации миграции Вадим Кожинов. Выступала генерал, вот тут вот, который за мной вот стоит, генерал-лейтенант Казакова Валентина Львовна. Когда эти люди говорят, причем у вас всякий отдел кадров, базы, которые проверяете. Еще раз говорю, кто оплачивает в этот период,
вы не переживайте никаким путем. У вас эти деньги не сгораются, они добавляются к 16 июня. Вот дословно цитирую, прочитая, как они мне ответили. В связи с приостановкой течения срока действия патента, он остается действительным в указанный период, а также после 15 июня 2020 года, причем оставшийся его срок будет исчисляться путем добавления к 16 июня количества дней, выпадающих на период 15 марта по 15 июня, за который иностранным гражданам был уплачен НДФЛ. Объясняю более подробно, как это... за который иностранный гражданин оплатил, получается, НДФЛ, например, апрель-май, да, этот срок будет добавляться 2 месяца к 16 июня, то есть будет каждый 20-й, если платит, да, апрель-май заплатил, у него июль-август будет, то есть ему фактически срок действия патента у него будет считаться до августа, до 20 августа будет. Официальный ответ вот этого. У нас вот в Барнауле, например, так, федеральный закон, вот указ президента, а что вам говорят там ваши работодатели, другие граждане, что тоже иностранцы также по вопросам выступают, вот там не верьте, там говорят, что попало. Так вы платите дальше тогда. Платите, вы не сгораете, у вас сумма не сгорается, у вас добавляется к следующим месяцам. Ничего не будет, если вы не платите, то есть если платите. А если не платите до 15 июня, то есть 14 июня вы должны оплатить патент. Азиз акалар, ака кухонлар, аполар, урмата чунтир бераман, сізге важный информация найти бераман, сізге. Көпі савал берешады. Алям савалар түйлады, мана. Бізді дейді, адил кадрифта дейді, айт шепті. Бізді түлі дейі шепті. Түлі, мәселен, патент күйішкен дейді. Бір айол мана язды кеча. Patentimizni deydi, bazadan tekshirsak deydi, bazada prosrochen deb chiqyapti deydi. Opaxonlar, baza bitta federalni, regionalni emas, federalni baza deng, regionalni bar bitta subyektiga bo'ladi. Federalna baza, bu federalna obshirossiyskaya baza, baza MVD, GUMVD Rossiya Poltavskaya, po Rossiya. Bazada agar patent tekshirilgan bo'lsa, ofitsialna bazada, baza либо patent annulirovan, либо патент найден в ФМС, в базе УВМ, дейляда. Лекин патент просрочен, патент там недействительный, бу на канарсале йог, бу неофициальная база. И кинцы, ишхонады, корхонады, гляры, работодателяр, тюля, тюля, мэсэн, кюя, дейшерген. Бу ямна тоуру информация. Мэн озыр практикадан олынген нарсаны, өз көзімден көрген нарсаны, мэншилан оқып, сіздарны, хатларыңыздан түрматта официальный запрос кылдым, бір хыл хат келді менге. Hatta mən şu Moskvanikidə yazılgən, bir ay olmana misal üçün yazışdı. Özüm deydi, liçinə Saxırova'ya bardım deydi, Saxırova Moskvada deydi. Saxırova'da əkçdi, 15-ci iyul geçə patent tölməsəyiniz boladıdır. Bu bar nərsə. Keçə mənə 5-də qrəcdənin Barnaulda patentləri sroqını mənsələgə çüşündürüb əyti birə mən. Hər 12-ci ayını çislosuda töləşərdi. 12-ci mayda patent keçə töləşdik. 10-ci iyun emas, 12-ci iyun emas, 12-ci iyulga qo'shib berishdi. Bu bilan aytmoqchimanki, 15-ci mart bilan 15-ci iyungacha shu oylarning ichida kim patent to'layotgan bo'lsa, patentlaring ana shu oyga emas, 15-ci iyundan keyin qo'shiladi, stoplanadi. Agarda siz hozir patentingizni har 20-chi chisloda to'lasangiz, misol uchun tushunlinglar. 20-chi aprelda tugagan bo'lsa, 20-chi aprelda patentga to'ladingiz. To 20-chi maygacha bo'ladi. 20 mayda yana bitta patent to'ladingiz. 20 iyungacha bo'ladimi? Lekin bu 20 iyungacha bo'lmaydi. 20 iyul 20 avgustgacha bo'ladi. 2 oy qo'shiladi. Chunki bundan ham lekin ko'rish kerak. Agarda 15 dan oldin bo'lgan bo'lsa, 1 oy qo'shiladi. 15 dan keyin bo'lgan bo'lsa, 2 oy qo'shiladi. Patent kim to'layotgan bo'lsa, patentlari kuymaydi. Çekləri yəm küyməyədi. Bu çekləri ilk qoyu qoşuladı. Köp soval buluşar şunaqa. Patentimiz küyədi mi? Başqa buladı mı? Tölümə gələrəm bor mu? Bilmədim. Devamda qəvərəd. Migrasi qəvərəd. UFMS-də onaqa deyişimi günəməz. UFMS-də keçəməndə naçəlini gəyibdi. Biz onaqa deyəmiz yoxdur. Moskvamlə siviyas qılamız deyişdi. Mənə şunlə hazır mənə yazılgən ki, Özbekçə tərcüməkə birəmə. Rusiya fuqarası da şu
3 oyga срок to'xtatilgan срок muddati 3 oy 15 martdan to 15 yilgacha to'xtatilgan uchun O'zbekiston Tojikiston Liboyan SNG fuqarosi patentiga shu oy ichida patentga to'lashgan bo'lsa, bu срокi 15 iyundan keyin qo'shilishadi. Bu срок 15 iyundan keyin hisoblanadi. Agarda aprel mayga to'lagan bo'lsangiz, iyul avgustga hisoblanadi patentning stoyisiz iyul avgust to'lanmaydi. Agar patent to'lamagan bo'lsa, 15-martdan 15-iyungacha, siz 15-iyungacha 14-mart kuni, aprel iyun kuni to'lab qo'yishingiz kerak. Patent kuymagan bo'ladi. Qanaqa bazada ko'ryapsizlar, men lekin uni bilmadim. Shunaqa важна informatsiya bo'lgan patent haqida. Agar savollaring bo'lsa, tushunmagan bo'lsa, kommentariyada yozinglar, yana javob beraman. Lekin 2-3 video patent haqida video chiqarish, lekin hamma bir xil savol beradi. Unaqa deyishdi, bunaqa deyishdi. Ходили в МИД, туда ходили, отдел кадров, ходили там, говорят, там говорят. Я вам еще раз говорю. Срок действия, объясню на русском, истекает, который в период с марта по июнь приостанавливается. Которые не платили в этот срок, да, срок действия патент истекает, не платили граждане, они обязаны заплатить за патент до 15 июня, произвести авансовый платеж, чтобы оставаться легальными на территории Российской Федерации к 16 июню уже. А которые оплатили в этот период, за апрель, за май, за сколько платили, вам эти два месяца будут прибавляться к 16 июню, июль-август будет считаться. Фактически, получается, июль-август за патент не платите, которые платили в эти сроки. Кем төлемеген болса 15 июнь, апрельдан, марттан, июньгача, 14 июнь күн обязательно в порядке патентке төләш керек, чтобы сіз 16 июнь күн уже легально Россия фуқаросида юрушіңіз керек. Агар да кем төләп қойган болса, апрель-майга төләген деген фуқаролайран бар, sizlarning aprel mayga to'lagan bo'lsangiz, iyul avgustgacha qo'shiladi, avtomatik qo'shiladi. Iyul avgust to'lanmaydi. Yana bir marta aytaman, bu kecha bo'lgan narsa mana. Atvetlar keldi, Barnaulda biz kirdik, UFMSda bo'lgan narsa. Bu yolg'on emas bu. Xudo xolsa, agarda bu hamma narsa tugagandan keyin o'zingizlar bilasizlar. Lekin sizlarni kim yerda oldab to'la, to'lama. Libom sluchi to'lamagan ham, to'lagan ham legalni turadi Rossiya fuqarosida. Поэтому, уважаемые друзья, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик. Всегда будьте в курсе изменения миграционного законодательства. Также берегите себя, своих близких. Азикуфаллар, чуньян болса, чуньян болса, подписки ахлили, колокольчик обосили. Альбатта яңи видео чыққанды көресіз. Яңи қонын чықтым, яңи указ чықтым, альбатта видео чыққарама. Қолдан келген жасыларға түшінтірама. Аммасыны. Sağ ol, sağlık, salamatlık yapmayı, komentariye geçin, düşünmeyen bu sayı yazıyla.